Всем привет! И сегодня у нас будет такие три посылки сайта AliExpress. Ну ладно, уже распаковано. А остальные две мы будем распаковывать. Ну что ж, не будем делать долгое выступление. Ну и мы начинаем. Начинаем мы с того, что уже распаковано. Просто распаковывали не на записи. Ну, это пушистик Байла. Здесь этикет, ну, такой вот обычный прозрачный. Упаковочки. Ну и вот такой вот он. Желтый цвет, есть такие глазки белудки маленькие, разного размера. Леска, ну она лишь на свету она блестит так, а так издалека не заметишь. Он, в общем, для того, чтобы всякие трюки выполнять, но с этим еще надо разобраться, как их незаметно выполнять. Леска разматывается, естественно. Ну, здесь около 50 сантиметров. Приятный на ощупь, качество хорошее. Вот здесь леска занос или что это привязано. Ну, длина где-то 20 сантиметров. И опять же таки для выполнения трюков. Ну, такой вот пушистик Байла. Пришла такая посылочка. Ну, и продолжаем следующую. Следующая такая вот маленькая посылка. И что ж, сейчас распакуем. Хотя можно и открыть. И что же здесь внутри? Здесь внутри у нас крючки. А нет, не крючки. Стопоры. А, да, стопоры. Стопоры здесь у нас внутри. Ну, обычно вот такой вот здесь вот пакет. Вот здесь вот в обычном таком вот пакете. Вот такой вот заложки. Ничего особенного. 50 штук. Должно быть 50 штук. Значит, все сейчас отсюда выскоим, пересчитаем. Ну, пусть. Вот, вы видите, что они на таких вот штучках. Эти штопоры, сюда продевается леска. И вот это вот дело переносится на леску. И поплавок не поднимается выше вот этого стопора. То есть у нас здесь получается каждым 6 штук. 6 штук, да, у нас на каждом. Ага, их да, тут? На каждом 6 штук. И у нас тут, конечно, 50 штук нету в комплекте. Так что нас продавец немножко обманул. Ну, стоимость там очень смешная. Угу. 30 всего лишь. 20 не хватило. Но из-за низкой стоимости думаю, что вряд ли. Спор будем открывать. Так как разницы практически нет в цене. Ну и переходим далее. И это наибольшая сегодня посылка. Открываем ее. Бумажная. Здесь внутри пузырчатая пленка. И здесь коробка. Это у нас аккуратно что? Аккуратно скрывается. Сразу, по-моему, меня просили заказать. Да. Сейчас откроем ее аккуратненько. Сяоу какая-то. Сяоу. Да, наверное, пародия на Xiaomi. Угу. Это китайцы любят такие пародии делать. Скрываю очень аккуратно, потому что... Угу. Так, по-моему, у нас Bluetooth наушники должны быть. Наушники. Так, это меня попросили заказать, это не мои. Угу. И да. Такая вот у нас упаковочка. Довольно-таки шикарные, прикольненькие. Bluetooth наушники. В комплекте у нас идут два наушника. Два наушничка. Зарядка. Вот. На вес легенькие, тяжелые. Как бы. С кодной кнопочкой для включения и резиновая такая вот накладка приклеенная. На смену нашел комплект идет. У нас в комплекте идет какие-то вот резиновые штучки походу. Так вот вставляется, да. И походу вот так вот вставляется и это все дело работает. И также далее кабель для того, чтобы блоку зарядки подсоединять. Да, посмотрим сам блок зарядки. По два наушника. Такой вот тут у нас все заклеено. Здесь он off. Включить, выключить. Там мир моргает все. Так, там. И кабель. USB, микро USB. USB, микро USB.
В комплекте очень много резиновых таких вот штучек. И инструкция на английском. Штучек вот этих очень много у нас в комплекте. А, сюда коробочку, чтобы их не потерять. В комплекте вот эти вот для уплотнения, для удобности в ухе. Я уже показывал, как их надо надевать. Сами вот наушники, чтобы работали они синхронно, их надо включать два вместе. Не знаю, как включится. Так, включи. Один включился, второй что? Тоже. Тоже включились. А, я уже одного выключил. То есть, ну, факт в том, что проверили. Данный девайс работает. Сейчас сделаем небольшую паузу. Так, что у нас здесь написано? Здесь написано Made in China. Так вот, все вот это тут у нас вот заклеено, так что я склеивать не буду, пусть говорится хозяин, вот так вот вставляется. О, оно на магнитах. То есть оно магнитится, видите, прикольно. Очень прикольный такой вот на вид девайсик. Так, все, сейчас мы его возьмем телефона. Сейчас прервемся на паузу. Возьмем телефончик и проверим его работоспособность. Продолжаем видео. Включаем Bluetooth. Что у нас наушники? Наушники у нас не моргают, не подают никакой индикации. Сейчас мы их включим. Включим. Вот, моргает. Моргали два индикатора. Что там? Моргают. Они синхронно так моргают. Наверное, пытаются к чему-то подключиться. Сейчас мы здесь вот все вот это вот дело проверим. Так, доп. Устройство. Ищет дополнительное устройство. Так, они заморгали. Так, есть какая-то индикация на них, интересно. Какой главный, какой не главный. Нема. Нету разницы. Какой главный, какой не главный. Так, что у нас тут? Так, К5, да? Mi Band 2. Интересно. Mi Band 2. Black TV, Black TV, К5 или как? А, да, К5. Вот на коробочке написано, на коробочке на инструкции написано К5. Подключаем К5. Сопряжение. Послушаем, говорят ли что-то у нас наушники. Да, наушники сказали, что подключены. Сейчас запустим какой-то музончик. Device connected сказала. Так, сейчас мы найдем какой-то музончик. Что у нас здесь есть, какая-то музычка. Проверим, или у нас все работает. Так. Что-то у нас здесь ничего нету. Так. Прошу прощения. Так, музыку на телефоне, в принципе, не слушаю. Не любитель, потому себе таких наушников я не заказываю. Попросили мне просто заказать. В подарок, кстати, стоимость их 500 гривен. Ссылочка будет в описании. Переходим. Видите, как все приходит. Классные упаковочки на подарок. Это, кстати, меня попросили на подарок. Приходит очень таки. Мне довольно-таки понравилось. Может быть, и себе закажу. Возможно. Так, что-то я ничего не могу найти. Как мне здесь эту музыку? А, вот же музыка, ёмтё. Пользуюсь телефоном и не знаю. Так, сейчас послушаем музычку. То есть, слышите, играет. Играет, вот, подношу один, подношу второй. То есть, играет два вместе. Довольно-таки мне очень понравилось. У меня, конечно, такой вот шок. Отлично играет. Я их, правда, не вставлял. То есть приложил. Играет очень ровно, как сами слышите. Все суперски. Так, ну, не буду здесь сдирать. Пусть уже сдирают, как говорится, будущие владельцы этого девайса. Так что, спасибо всем за внимание. Не забываем подписаться, поставить лайкосики. Ссылочки на все продукцию будут из видео под описании. Так что продавец заслужил 5 звезд. Вот его технические характеристики.
могу рекомендовать. Мне очень понравилось. Видите, как музыка играет. Очень громко играет. Классно, басиста. Ну что ж. Всем пока. Всем привет. Нашим подписчикам. Не забываем нажать колокольчик, чтобы не пропускать будущие новейшие видео.